Всем привет! У нас 0 градусов, еще ничего не замерзло, но мы уже видели снег. Давно не делал видео, мы опять оставили ребенка и идем в кино. А Катя тоже закутанная вся. А на самом деле, видите, все серо. И солнышка так мало по сравнению с Черногорией, вот просто его прям не хватает. Вот чего-чего. А солнышко мы не видели давно, и ой, это печально, на самом деле, без солнца это. Сейчас посмотрим, как еще, когда уже все замерзнет и окутается снегом, мы посмотрим, как тут будет. Будет снежочек и солнышко или нет, потому что, ну, по факту, одеваться это классно. Ну, не так, чтобы дома, в квартире, главное, очень тепло у нас. Прям очень. Вырезку по коммунальным чуть позже я расскажу. А вообще, ну, короче, такое. Серое, уныние. Вот для меня это ты просто сам превращаешься в черногорца. В ленивое создание. И, ну, я заставляю себя постоянно что-то делать. А мы после Крыма никаких видосов не снимали, потому что как-то все обыденно. Я все так же 3 раза в неделю в спортзале, 1 день в бассейн. Катя также дома. Не, ну как на самом деле здесь по картинам у нее пошел нормальный старт. У нее уже 2 выставки было. В какой 2? 3. 3 одной и те где-то там выставляются. Короче, у нее было больше 4, назовем так, выставок. 4 точно знаю. И продажи у нее там картин пошли. В целом в этом круто. Мы ходим в кино, это тоже круто, регулярно. И это прям то, что очень нас радует, потому что в Черногории ходил только я. Потому что Катя дома сидела, с Вивьена я ходил. Да, но вот так. Так что все классно у нас. Мы двигаемся, развиваемся, и я сейчас покупаю амуницию для лыж. Нам туда, наверное. Покупаю амуницию для лыж и буду кататься на Буковеле. Ладно, все, будем дорогу переходить. В общем, 10-ка есть такой ресторанчик. Мы там периодически завтракаем. И сегодня мы прям переживали, а не перезавтракали. Грубо. Грубо. Но так есть, еле идем. Еще пакетик с собой завернул. Да. Катя взяла себе стейк семги. Там такой кусман принес, лосося. Такой кусман принесли, что ужас. И я взял там ихний какой-то прикольчик. Тоже такой кусман мяса, что в Инстаграм фотку выложу. Ну, если вы, да, подписывайтесь на нас в Инстаграм. Идем за Вивьен. Мы купили всяких побрякушек для Нового года. Это чисто из-за друзей. Да, так будем сейчас украшаться. Угу. Ладно, ищем ювелирку разобрать. Золото сдать есть не одно что. Золото сдаем. И это, сдаем золото и кушаем семгу. Да.